Доброго дня моим друзьям, снова с вами свой уголок. Хочу показать эксперименты, которые мы ставили осенью. Покрывали пленкой, вон вдалеке черная пленка. Вот эти гряды подняли сейчас целлофан, вторичный целлофан, широкий. Ну вот, щавурник вылез, один кустик. И все, по сравнению с тем, что было без целлофана, это небо и земля. Его цветом отыжит. Ну или мотоблоком пройду грядку, она чистая. Вот немножко повылазила, это уже вот, наверное, за два дня. Вот результат имеет место быть налицо просто-таки. Не надо горбатиться, вырывать эту траву. Делов-то закрыть это недолго. А это уже спанбонд, под посадку греется земля. Этот спанбонд, были помидоры в том году тоже. Чеснок желтеет, надо его полить. Вот еще две гряды в целлофане. Досок хватает, целлофан дешевый. Что-то его покоцало, мыши, наверное. А, он третий год уже. Вот. Чеснок, клубника и закрытая гряда. Тоже пусть пока постоит. Ночи холодные еще. И вот закрыто. У нас тут вода бежит в копанку под досками. Такая копанка. Еще закрыты у нас кусты. Зеленое удобрение уже делаю. Продолжу птичник. Вот такие красоты. Потиху надо. Самая кропотливая работа. Это пятый этап. Это вот эта обшивка, эти углы зашивать все. Ну, напрямую это будет быстрее. Но все, тут я подзашил, пойду до угла, а там буду смотреть. А вон дырочка еще над форточкой. Всем благ, всем добра.